я позволю себе сказать буквально несколько слов об этом замечательном ансамбле, который я знаю и люблю вот уже, наверное, 15-16 лет. Значит, явился этот ансамбль для советской публики впервые в 1973 году. Это был всесоюзный конкурс артистов эстрады, и тогда вот имя песняров впервые прозвучало. И я очень хорошо помню, как вся публика, все любители, так сказать, эстрады, музыки были буквально очарованы этим замечательным вокалом, замечательными какими-то аккордами, замечательными полифоническими построениями, которые именно тогда вот нас потрясли. Потом в жизни песняров был такой тоже очень знаменательный эпизод. Этот ансамбль впервые поехал в 76-м году в Соединенные Штаты Америки. Это был первый советский ансамбль подобного рода, как мы говорим, вокально-инструментальный ансамбль, который поехал в Америку и тоже был, американцами замечен и даже приглашен. На следующий год состоялась опять поездка. Еще одна вещь в творчестве песняров мне очень близка. Вот мы с Володей Мулявиным очень давно знакомы, и я помню, как когда-то я вот написал свою первую рок-оперу «Орфей и Эвридика», это был 75-й год, и буквально сразу же после этого, или, может быть, вместе с этим, и песняры написали тоже такую крупную форму для своего ансамбля, это называлось «Песня о доле» на стихи Янки Купалы. Надо сказать, что было еще несколько больших композиций в творчестве песняров, может быть, вы помните такие композиции, как «Курган», «Через всю войну», а совсем недавно была новая композиция на стихи Владимира Маяковского. У нас вообще, в принципе, очень мало долгожителей на эстраде. Вот ансамбль «Песняры», Саша не сказал еще, есть «Машина времени», есть «Веселые ребята». И дай-то Бог, чтобы они еще жили, чтобы они, так сказать, дарили нам свое творчество. Но я бы хотел задать вот вопрос Володе. Поскольку я помню, даже вот когда вернулись вы из Америки, я прочитал в газете «Вашингтон-Пост», там был такой очень мощный заголовок «Наступление русских на западном рок-фронте». Это было такое. Но я хотел вот какой вопрос задать, Володя. Каждый может стать талантом, но не каждый знает, как это делается. Вот мне бы хотелось узнать, как все-таки вы, что для этого надо? Наверное, конечно, в первую очередь это работоспособность. И, наверное, все-таки какую-то все время чувствовать какую-то озабоченность. Что ты делаешь всегда? И все время контролировать себя в первую очередь. Я вам скажу, что на протяжении вот этих 20 лет у нас 50% идет в корзину всегда. То есть это отбирается, прослушивается, и мы работаем. В первую очередь, конечно, это чтобы нам нравилось, конечно, в первую очередь. И профессионально мы устраиваем ли в своих песнях, в своих произведениях именно себя в первую очередь. Потом мы можем донести и где-то доказать публике, что мы правы. Но мне интересна такую вещь. Вот спросить, приходится ли вам испытывать, потерю публики, что ли? Это очень, конечно, такой жесткий вопрос. Но песняры существуют и, как мне кажется, не изменяют себе. Вот расскажи, приходится сталкиваться с этими проблемами все-таки, со сменой публики? Вы знаете, смены публики, в принципе, у нас не произошло. Но единственное, что мы занимаемся... Именно, может быть, почему у нас не прошло, мы занимаемся тем делом, о чем мы говорили с самого начала. О публике я просто говорю, что дай Бог, чтобы 20 лет проработать на эстраде, и была публика, и которая тебя любила, и есть верная публика очень, которая приезжает нам в другие города. И мы, во всяком случае, у меня нет разочарования абсолютно никакого, и мы работаем всегда с удовольствием, и я вижу глаза публики, это главное, конечно. Для нас и письма пишут мне. И, во всяком случае, я пока еще не чувствую такой острой проблемы, которая есть у нас сейчас. Во всяком случае, вы знаете, Саша, вы знаете, сейчас, конечно, наваждение ансамблю, я не против рок-групп, конечно, я люблю и уважаю некоторые группы. Но все-таки вы знаете, что я сейчас почувствовал, что проблема сейчас национальной музыки в любой республике. И вообще, я считаю, что по такой славянской песне, по мелодии, уже идет ностальгия. Немножко публика устает уже от такой публики. Я чувствую, что опять уже начинает ансамбль набирать какое-то второе дыхание. Но мы должны быть все-таки верны этой музыке и должны по-прежнему ее где-то петь. И, во всяком случае, мы должны вернуться опять к этому. Может быть, другой интерпретации, другой аранжировки. Но она должна звучать музыкой, которая сейчас у нас пробел этой песни. И она должна все-таки наступить, и она будет, я думаю. Еще один вопрос.
вопрос. Вы знаете, буквально своим ответом съели мой вопрос, но тем не менее я его задам несколько пожестче. Вот сейчас по всей стране идет такой рост национального самосознания. И как вы считаете, вот эти процессы будут способствовать новому очередному крупному взлету песнеров? Ну, вы знаете, когда мы начинали, и мы пели народную песню, тогда абсолютно вы знаете, что наоборот, многим людям казалось, что мы не тем занимаемся вообще. И было тяжело пробить народную песню именно в наш жанр. А мы хотели это делать, потому что, вы знаете, на народное, к сожалению, на народные ансамбли, народные песни очень мало ходило публики и мало слушали. И поэтому мы взяли народные песни, потому что знали, потому что мы белорусы, и нам нужно в первую очередь показать, кто мы есть и что мы хотим. Сейчас этой проблемы нет. Я думаю, сейчас зависит только от зрителя и от публики, и от всего от этого народа, от той нации, которая хочет слушать свои песни, которая любит их и хочет знать. В нашей хате свадьба будет, дидары да рай. Батька сына жарить будет, дидар-ай-яй-яй. Батька сына жарить будет, дидар-ай-яй-яй. Батька сына, сигары давай. Что каштует та учина, сигары-ай-яй-яй. Что каштует та учина, сигары-ай-яй-яй. Та не батька не пытать, сигары-дары-дарай. Что каштует треба дати, ай-яй-яй. Тебе батька не пытать, иди дары, дары, дарай. Что каждую треба дать, ай-яй-яй. Люди едут по лешину, ти дары, дарай. А я еду по девчину, ти дары, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, люди мои, что робите, дары, дары, дарай, а я маю и с кем жить, ай-яй-яй. В нашей хате свадьба будет, дары.